И мы продолжаем рассказывать о прошедшем в ИКСе культурном фестивале «Артовраг». 10 тысяч человек, десятки мастер-классов, представлений, инсталляций. Вообще много всего интересного, что стало темой для серии репортажей об этом масштабном событии. Темой «Артоврага» в этом году стала акватория, поэтому многие мероприятия были посвящены воде. Так, на берегу озера в ИКСе раскинулся целый уличный театр. Подробности Александра Алешина. На Артовраге возможно все. Так любимый жителями города ВИКСа Верхний пруд вдруг стал декорацией спектакля. Спектакля по Шекспиру. Так, кто видел удочку? Мне нужна удочка, лодка, удочка и рыба. Стилистика нашего театра, она импровизационная. Площадной театр – это наша стихия, мы каждый раз выступаем под открытым небом. Пруды выксунские, они замечательны совершенно. Как только мы узнали, что тема фестиваля – акватория, вода, то сразу вот это родилась идея с водой, с Шекспиром, что это вот специально для этого фестиваля. Если кто-то не знает, Шекспир родился на берегу маленькой речки. И мы подумали, а вдруг, если бы Шекспир оказался здесь, мог бы он сочинить что-то о любви? Здесь будет спектакль, премьерный спектакль, который мы делали специально для Артоврага. Называется он «Шекспир. Вода». Бродячие артисты, которые приехали с молодым Шекспиром, сочиняют первые кусочки любви, которые войдут в его пьесы. Эти пьесы мы еще не знаем, но мы потом узнаем, что, оказывается, какая-то из этих сцен войдет в «12-ю ночь», а что-то войдет в «Укрощение строптивой», а что-то войдет в «Гамлета». А у нас буря, знаете? Буря! 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 Прекрасное действие. Мне очень нравится. Мне очень нравится камерный формат этой площадки, который нашли актеры. И это премьера, между прочим. Написано специально для вот этой вот площадки, для этого места. Эти декорации, не нарисованные море или там замок. Я вижу воду настоящую. Это интереснее. Ветер, тень, свет. Звук разносится не так, как в зале. Мой милый брат, каков вы это будет счастливый случай! Но, госпожа, должно быть так и есть! Слышно? Слышно! Но, госпожа, должно быть так и есть! Я вообще очень увлечена театром. Они так стараются, вот просто какая-то феерия. А это очень сложно работать в уличном театре. Очень. Представляете, как им нужно форсировать голос? И как им нужно заполнять это пространство? Наученный отвагой и надеждой себя к плывущей мачте привязал! И оседлав ее, поплыл по морю! Живой театр, шекспировский театр, когда на расстоянии вытянутой руки, когда можно искренне порадоваться актеру, услышать его дыхание, услышать интонацию его речи и порадоваться жизни, которая простая и понятна, как этот спектакль. Это очень необычно, это так здорово, это так завораживает, это так погружает в атмосферу и настолько дает ощущение веры в то, что корабль поплывет по морю. И действия происходят на корабле. Это очень здорово. Это региональная идея объединить в себе площадку детскую и обыграть ее в виде корабля. Это здорово. Цезарио! Цезарио! Стучится в дверь! Сейчас откроют! Стучится в дверь! Сейчас откроют! Открыли! Я вам готов покорнейше служить! Как ваше имя? Цезарио был назван ваш слуга. Вы мой слуга? Как этот мир жестоким стал, как лесть учтивостью назвали. Вы служите Арсина! Мне очень нравится, потому что это напоминает средневековый площадный театр, в принципе, с чего Шекспир и начинался. Это потом там театр «Глобус» появился и все прочее. А вот это вот как раз возвращение к истокам театра, который когда-то существовал. Самое интересное, что очень много такой детской аудитории, и это знакомство с таким театром, мне кажется, что оно очень важно, на самом деле, для дальнейшего просто развития, да, потому что они будут видеть уже, что театр бывает абсолютно разным.